Готов прогуляться по пещерам? Ага. Только прежде, чем мы туда войдем, лучше... Выпить кошку, знаю. Будут еще ценные советы? Например, не шуми, а то разбудишь старого грота. Ты стал обидчивее, чем Йен. Смотри, не влюбись. Пойдем. Слышишь? Там ребенок. Ты же знаешь, что в этих краях никто, кроме нас, не живет. Это иллюзия. А если нет? Делай, что хочешь. Давай проверим, на всякий случай. Правду говорит Весемир. Вечно ты суешь пальцы между дверей. Ну хорошо, пойдем. Всегда пожалуйста. Ты что-то говорил про ум? Позже обсудим. Сперва займемся туманниками. Кто бы мог подумать? Что-то мне подсказывает, что ты мне это будешь долго вспоминать. Ну как же. Весь мир должен услышать о том, как славного Геральта из Риви обманули как младенца. Может, Лютик сложит об этом балладу? Как думаешь? Пусть лучше он споет балладу о тебе, Ламберт или доставучий ведьмак. Лучше быть доставучим, чем наивным. Дольше проживу. Отвлекаясь от темы, я правильно рассмотрел? Этот мальчик? Угу. Один из наших. Он, должно быть, утонул во время испытания. А туманники запомнили его облик и голос. Очаровательно. Пойдем отсюда. Меня уговаривать не нужно. Знаешь, я сюда вообще приходить не хотел. Ламберт, хватит.